всем. Я приду, придем все, пожалуйста. Но там тоже помещение. Кто вам туда мешает? Нет, нам никто туда не мешает пройти, просто мы в этом не видим смысла. А в чем вы видите? У нас есть... То есть на альтернативной площадке поговорить вы видите смысл? У вас там слова другие? Нет, у нас мы в открытом. Но мы-то просто хотим... А здесь кто мешал в открытом? Здесь могут нам вырезать что-то из контекста. Ничего вам не вырежут. Вставить, допустим, кто... О чем вы говорите? Мы в прошлом году уже с этой ситуацией сталкивались. Слушайте, ну давайте, мы же могли сесть туда и сказать. Договариваемся, никто ничего не вырежет, да? Андрей Павлович, подтверждаете? Я говорю, я подтверждаю. Сам сниму вас и сам ставлю все ваши слова. Ну вот мы предлагаем сейчас. Отлично. Сейчас вот мы конкретно об этом договариваемся. Когда было? Отлично это было, когда мне хотя бы позвонили и сказали, а почему бы нам так не сделать? А так получилось. Ну, ребят, ну извините. Давайте, давайте я по кустам бегать не буду, приду на вашу хорошо. Отлично. Отлично. Замечательно. Договорились. Да. Артем Сергеевич, до встречи. Да, на альтернативных площадках. Нет, здесь, в Борисоглебске, пожалуйста, в любом месте мы готовы. В Ваньке, в Терновке, в Грибановке, в Поворино, в Рамоне, в Панино, везде, в Коминтерновском районе, везде. Замечательно, отлично. Вы же депутат, это Панинскому кандидату. Кандидат. Поэтому давайте в каждом районе по альтернативной площадке. Замечательно, вообще замечательно. Хорошо. Еще раз. Ну, сегодня 1-0. Давайте. Пока.